Пейзаж в Сочи, конечно, дивный, но может быть испорчен человеческим фактором. Имеются в виду недоработки хозяев. Не покрашенный после зимы забор, заросший сорняками газон или захламленная территория. Владельцы земли находят всему оправдание, но ведь каждому туристу не объяснишь причины, а впечатление будет безнадежно испорчено. Глава Сочи потребовал в течение недели исправить все недоработки. Можно как лучших отметить центральный район города Сочи. Но есть и аутсайдеры. Прежде всего, это нацпарк. И нацпарк совершенно не занимается прилегающими территориями к своей территории. Особенно это касается реки Мзымта. Естественно, что мы сделали замечание РЖД, российским железным дорогам, потому что они еще 2 года назад застадировали строительные материалы, которые применялись еще при Олимпиаде, и забыли, что их надо убрать. Необходимо привести все гостевые зоны в порядок. Более того, на субботники снова выйдут сотрудники городской и районных администраций, а также сотрудники сочинских предприятий. Фронт работ глава курорта озвучит на ближайшем планерном совещании. Его надо перебрать весь.